ММА в Хасавюрте становится не менее популярным спортом наряду с вольной борьбой. Уже есть свои знаменитости и бойцовский клуб, который покоряет турниры смешанных единоборств по стране и за его пределами. Только за последние годы в городе были проведены крупные турниры международного уровня, такие как ACB-58 и Сирир ММА-2 промоутерской компании Fight Night. Эти турниры довольно таки большую роль сыграли в плане развитие ММА в плане пропаганды, привлечения молодых ребят в секцию смешанных единоборств. Для города также оно сыграло немаловажную роль, потому что сюда приезжали бойцы как с Европы, так и с Америки. И они увидели, что здесь развивается данный вид спорта. Они были очень приятно удивлены, что есть такой очень даже спортивный город. Бойцовский клуб Fighting Eagles имеет богатый спектр достижений, которыми Хасавюрт по праву горд. Бойцы клуба проявляют себя на мировых аренах, зарекомендовали себя как перспективные бойцы, и в скором времени мир ММА пополнит свои ряды. Ребята очень перспективные, которые поставили себе цель достичь больших результатов, высот в спорте смешанных единоборств. Проводя такие турниры, это стимул, это цель для молодых перспективных ребят. У нас вот в планах довольно-таки в скором времени организовать свой промоушен. Мы работаем в этом плане. И смешанное единоборство, как и вольная борьба, станет одним из ведущих спортов и в нашем городе. Дворец спорта может гордиться достижениями воспитанников, спортсменами, которые реализовали себя в спорте. Хасавюртовец, действующий чемпион Лиги ACB Аскар Аскаров, ММА рекорд 10-0, имеет звание мастера спорта России по боевому самбо и мастера спорта международного класса по вольной борьбе. 26 июля 2017 года Аскар в составе сборной России завоевал золото по вольной борьбе на Сурдлимпийских играх в Турции. По состоянию на 2018 год занимает 10 место в мировом рейтинге среди бойцов наилегчайшего веса. Аскар с детства был очень такой целеустремленный, добивался своего с таким характером. Он всегда стабилен в тренировках, можно сказать, никогда не пропускает тренировки, всегда укладывается в зале на все 100%. У него никогда не бывает отговорок, там что-то там болит, он всегда выходит и делает свое. Вот что его отличает, я думаю, от всех других. Во Дворце спорта имени Гамида Гамидова ежедневно тренируются спортсмены, для которых становление карьеры имеет большое значение в их жизни. Со дня основания прошло уже более 11 лет. За этот период времени воспитанники спортивных школ, базирующихся в данном спорткомплексе, завоевали более 200 кубков со всего Северо-Кавказского федерального округа и за пределами Российской Федерации. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».